В администрации состоялось очередное заседание Думы 8-го созыва. Проект решения бюджета округа на 2022 и на два последующих года потребовал от депутатов детального рассмотрения. Общий объем бюджета Артемовского городского округа в сумме составил 4 миллиарда 427 миллионов рублей. В том числе объем межбюджетных трансферов, получаемых из других бюджетных систем Российской Федерации, в сумме составил 2 миллиарда 423 миллиона рублей. Также общий объем бюджета муниципального дорожного фонда в Артеме составил 402 миллиона рублей. В свою очередь, прогнозируемый общий объем доходов бюджета Артема на 2023 год составил в сумме 4 миллиарда рублей. И на 2024 год общий объем составил также 4 миллиарда рублей. Вероника Климова, Игорь Тузов, Дана Михайлова, городские новости, телеканал «Лента».